Я должен тебе кое-что сказать. А ты должен выслушать. Потому что это важно. Человек, которого мы выгнали, мы никого не выгоняли. Человек, который только что ушел отсюда, мой близкий друг. Думаешь, потому что я давно его знаю? Есть много людей, которых я знаю давно. Некоторые из них недостойны даже вытирать задницу моей собаки. Других я смогу терпеть. Они мне безразличны, но Ларри мне очень дорог, потому что я ему верю. Я знаю, что ему можно верить. Он честный. Is he honest? Честный? Or is he just blunt? Или просто слепой? He's honest. Честный, Боб. He's blunt as well. И слепой. That sometimes is part of being honest. Иногда это нужно, чтобы быть честным. Because there are a lot of people who are blunt. Есть много людей, которые слепы. But not honest. Larry is not. Ларри не из них. Larry is an honest. Ларри честный человек. You too. Ты тоже. Are an honest man, Bob. Честный Боб. I believe that. Я тебе верю. Somewhere down deep inside of you. Но где-то в глубине души есть то, что мешает тебе быть честным. The question. Ты должен спросить себя. Yourself, is, has it хочешь ли ты остаться таким на всю жизнь? Что это значит? Это значит, что ты продаешь Бога так же, как Ларри продает смазочный материал. Неважно, предлагаешь ты Иисуса, Будду, или гражданские права за деньги или бесплатно. Не это делает тебя человеком. Это делает тебя торговым агентом. Если хочешь искренне поговорить с человеком, как друг, спроси его о детях. Find out what his dreams are. Узнай, о чем он мечтает. Just to find out. Просто узнай. For no other reason. Без причины. Потому что когда в разговор вмешивается интерес, сминает его. It's not a conversation. Это уже не разговор. It's a pitch. Это агитация. And you're not a human being. А ты не человек. You're a marketing rep. А торговый агент. Oh, forgive me if I respectfully disagree. Прости, но я не согласен. We were talking before. Раньше мы говорили о характере. Character you were asking me about. Ты спросил меня о характере. И мы говорили о лицах, но вопрос намного сложнее. Вопрос в том, есть ли у тебя характер вообще? Если хочешь знать, Боб, у тебя нет. По одной простой причине. Ты ни о чем не жалеешь. Ты говоришь, что у меня не будет характера, пока я не сделаю того, о чем буду жалеть. Нет, Боб. Я говорю, что ты натворил достаточно такого, о чем нужно жалеть. Ты совершаешь ошибку, не зная об этом. А потом замечаешь. Тогда ты жалеешь, что сделал это. Хочешь это изменить, но не можешь. Слишком поздно. И ты берешь этот груз и несешь на себе. И помнишь, что жизнь продолжается. Мир существует не ради тебя. Сам по себе ты ничего не представляешь. Тогда у тебя появится характер. Потому что честность вырастает изнутри. И отражается на лице. Но сейчас. Сейчас. Ты не можешь меня понять. Я могу идти? Иди. Спасибо.